столица для жителей округа станет ближе. Электрички между Москвой и Одинцово планируют отправлять каждые 3,5 минуты после 1 августа, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. На это время планируется ввод в эксплуатацию 4-го главного пути. Это тактовое движение уже сравнивают с метрополитеном. Оно позволит увеличить количество пригородных поездов на 17%. Время проезда составит всего 22 минуты. В результате будет создано 123 тысячи новых пассажирских мест, и в поездах станет на 20% свободнее.